where gravity is dead and the airplanes fly around, above the roaming bees and the buzzing town. Для меня быть художником, наверное, это чувствовать себя свободным, потому что в нашей стране, вообще в нашем мире, мне кажется, чувствовать себя свободным – это очень-очень сложно, потому что все люди от чего-то зависят. А тут, когда тебе предоставляется совершенно большой, огромный формат на то, что ты можешь делать все, что угодно, все, что ты захочешь, ты можешь выплеснуть вообще все свои эмоции, там сделать то, что ты хочешь, ты чувствуешь свободу. То есть, и, наверное, это единственный способ что-то оставить. То есть, например, когда меня уже не будет, то есть мои картины будут существовать, и вот это как история такая. Тут своя атмосфера, которой вообще нигде нет, ни в каком заведении, ни там вообще нигде. Тебя никто не так не контролирует, не стоит там 10 часов над тобой. Ну просто ты делаешь все, что нравится, и не знаю, очень-очень классно. На самом деле, я с детства хотела именно стать художником, потому что я не видела себя в другой профессии. Я считала, что это для меня более интересно. И, ну да, я себя немножечко здесь лучше чувствую. Мне нравится себя чувствовать отдельно, как бы, от остального мира. Я не могу это нормально как-то объяснить. Это как у тебя возникают образы, и если они у тебя есть в голове, и они тебе нравятся, то было бы неплохо, чтобы они появились и в жизни. Мне немножко не нравятся люди, которые, не знаю, боятся высказать свою точку зрения, скрывают и чуть-чуть врут, чтобы быть лучше. У нас вот есть такие люди, очень прямолинейные, и мне так классно с ними общаться. Хотя я понимаю, что иногда я устаю от этого общества, и чаще всего вне Парната я общаюсь с людьми другими. Иногда хочется вот просто уйти в себя, сесть одной в мастерской и рисовать. Этого тут сделать сложно. Наш колледж — это как изоляция от внешнего мира. Не знаю, для меня это как бы это единственное спасение, чтобы не умереть со скуки, не знаю. Просто и это как бы эмоционально тоже меня восполняет, и физически, и вообще во всех планах. Back and forth, God above and the devil below him. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Round and round, round we go, whoa.
это место тебе становится настолько родное, хотя тут много чего меняется, но все равно вот эта вот атмосфера, атмосфера людей, атмосфера всего-всего, она настолько прям всасывается так в тебя, что просто, ну, я не представляю, что будет дальше. То есть я не могу поверить, как вообще вот я уйду отсюда и что, и как. Вообще очень-очень сложно на самом деле.